путь этой энергии, дорога. 네? 네. 그다음에 끝에 개. 어떤 스테이지 개. 그 가지를 열어준다. 개에다가 그 открывай получается. 그래야 개가 잘 됩니다. Получается энергия, дорога, открывай. 근데 이게 열어놓는 게 아니고 사람이 아침에 잠자고 나면 딱 한 번. Утром, когда мы проснулись, это нужно было сделать один раз. 잠들기 전에 한 번. Перед сном тоже один раз. 낮에 한 번이나 두 번. Днем один раз или два. 이렇게 저절로 되게 돼 있어요. Вот это вообще свойственно нам вообще делать это. 자, 우선 어깨 넓이로 다리를 이렇게 펴보세요. Так, поставьте ногу на ширине плеч. 어깨 넓이로. 어깨가 굉장히 넓은 사람도 있는데 사실 그렇지 않은데 좀 자꾸 좁히시고. Нет, все думают, что у кого-то плечи широкие, чуть больше сделать. 그리고, 자. 체면 차리지 마시고 체면 차리지 마시고 부끄럼 타지 마시고 아, не стесняйтесь, хорошо? Не стесняйтесь. 입으로 소리가 나오면은 소리 질르고 Если звуки выходят из вас, сдавайте, ничего страшного. Если, там, говорите. 자, 사진 이렇게 몸으로 다 밟히세요. 자, встаньте вот так, ровно. 팔을 이렇게 힘을 넣고 이렇게 한다면 이렇게 가슴으로 막으세요. Поднимайте руки в области до груди. 가지고 가슴 여기까지 이렇게 올리는데 이걸 이렇게 뒤집어서 여기 뭘 이렇게 큰 쇠공을 올려놨다고 해가지고 그걸 드는 представьте, что у вас здесь штанга 그걸 드는 거예요 да, 그리고 sir? 시선을 한 45도 우회를 쳐다봐요 посмотрите, 45 градусов 그리고 입을 약간 벌려 потом чуть-чуть приоткройте рот 그 다음에 온몸에 힘을 주는데 어디다 힘을 주나 하면 요 손끝하고 Потом, вот взяли всю силу и даете эту силу куда? 손끝 말이에요? Прямо на пальчики пальцев. 발끝하고. Прямо до кончиков пальцев на ногах. 손끝하고 발끝에 힘을 주면서 даете полностью силу, да? 힘을 줘보세요. Потом растопырите его. Ногами видите, прямо растопырите. 힘을 주세요? взяли, да? 손끝하고 발끝에 힘 주는데 몸에 딱 이러는 거지. Люди говорят, я силу То есть передавайте на кончиках пальцы, ног или рук. Вы на шею передаете, у вас шею. Есть кто в живот дает, нет? Нельзя, например, в живот сейчас что-то произойдет. Да. Да, но поднимаем. Да, поднимаем. Поднимаем. Можете кричать, если звуки выходят, можете кричать. Акал. Стоп. 그래 약간 뒤로 제쳐. 바둑 чуть назад отбрасывайте назад. 발끝에 끝에 힘이 지금 엄청나게 있어야 돼. 발스 나 발스 나 꼬치가 발스 다 좀 вся сила там. 무릎하고 팔꿈치가 있어 이 끝에가 있어야 돼. 오지. 자 힘 더 줘. 더 줘 힘 더 줘. 이슈 давайте больше напрягаемся. 쭉. Напрягите, выпрямите. 앞에. 더. 이슈. 팔을 펴요. 무릎 выпрямите. 이건 안 간 사람이야. 이거 쭉 펴. 네 вот так выпрямите все. 나 쭉 펴 쭉. 이 звуки давайте. 그 다음에 힘을 슬롯 빼 바치포멍 힘을 슬롯 빼 바치포멍 избавляемся от этой силы убираем 평화로워요 안 평화로워요? как вам? спокойно так стало? хорошо стало? 순간의 세상이 세상이 조용해지죠? жизнь какой-то был 기가 통해서 그래요 так спокойствие какое-то пришло 여러분들이 한 번에 성공한 줄 아는데 Я думаю, что вы с первого раза у вас все хорошо получилось. Четыре раза нам хана дубся. Но ни один правильно не сделал. Да, четыре раза нам он, четыре раза нам чаги хаку сипунде рану бая. Потому что кто правильно что делает, это тот. 내가 하려는 요 형식에 맞춰서 너무 막 헤어들지 말고 이 손끝하고 발끝에다가 힘을 주고. 요거 한 번이면은. 여러분들 뭐 하루 종일 저 헬스카를 가서 막 이거 땀 흘리고 뭐 이거 어 하루 종일 하는 것보다 이 한 번이 여러분들의 생명 운동을 생명력을 깨워주는 최고의 운동이 되는 거예요. Правильно сделать это тот человек, который сам чувствует свой организм и делает не так, как я сказал полностью. Но если я тяну и вы тянетесь, то что вам подходит и как правильно. Вот это как бы Стандарт, как нужно это делать. И это можно сравнить, если в день вы будете один раз делать, это можно сравнить, что вы целый день были в фитнес-клубе, занимались. Если правильно делать. Это не обязательно делать стоя.
서서 하고 싶은 사람은 서서 하고. 예수 아무도 도움을 되어 스토리 모습 바로 보자. 아침에 이불에서 해서 눈을 이렇게 뜨면서 이불 속에서 하고 싶은 사람은 이불 확 차려고 두루누워서 해야 돼. это можно делать утром проснуться одеяло скинули и там же вот в своей постели можно это делать. 뭐 구애를 받지 말아요. 뭐 무엇에 구애를 받지 말고 여러분들 이거 해봤죠? 기지개 했죠? Ну вообще вы же делали, подтягивались, да, в своей жизни? 그게 그렇게 중요한 거예요. 어디다가 스토커 봐요. 원래 생리적으로 하게 되는데 이 의식과 뭐야 이저 이 방법을 모르고 퇴화된 방법대로다가 어 하니까 그냥 더 필요해. Если мы неправильно делаем это все, мы знаем, что подтягиваться, но если не прикладываем смысла и не умеем его правильно делать, то наоборот, она вызывает еще больше усталости. 온 전신을 쫙 펴. Поэтому мы должны вот полностью쫙 펴고 이렇게 다리도 쫙 펴고. 힘은 이 손끝 발끝에다 두고. Сила вот сюда на кончике пальца нужно. 네, 다시 подтягиваемся туда. 쇼. 가짜. 활도 펴요. 쇼 그러면. 아, 제발. 아, 제발. 크게 좀 크게. 그럼지, 나와서 봐. 부럽다, 부럽다. 그다음에 힘을 쭉 손끝 발끝에 쳐. 빨리 좀. 자, 이 기지개를 회복하기 위해서 이 기지개 운동을 회복하기 위해서 하는 체조가 있어요. Есть как упражнение гимнастика, есть чтобы вернуть, чтобы вспомнить вот этот правильный способ подтягивания. 그건 두루누워서 하는 건데 두루누워서는 아침에 눈 뜨고 이불자리 치면서 하는 거예요. 그냥 뭐 일어나서 하는 게 아니고 하는 건데 장소가 비좁고 못 접어 해서 다음 시간에 그냥 앉은 자세에서 두루누웠다 하는 기분으로 한번 이렇게 움직이는 그런 체조를 몇 가지 배우고 потом, значит, обычно не обязательно какое-то специальное место для того, чтобы подтягиваться. 앉으세요. 일단 присаживайтесь. 사진 좀 빠져봅시다.